29 сентябр Асосгузори Сулҳу Ваҳдати Миллӣ, Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар шаҳри Берлин дар ҳошияи вохӯрии якуми сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Олмон, дар нишасти сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ бо Президенти Ҷумҳурии Федеративии Олмон, Франк Валтер Штайнмайер, иштирок ва суханронӣ карданд. ضمن نشست مسائل همکاری منطقوی جانیپا و روزنامه همایش آسیای مرکزی و جمهوری فدراتیوی آلمان بررسی گردید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از پذیرایی صمیمی رهبریت کشور میزبان و امکان دیدار و ملاقات اظهار قناعتمندی نمودند. جانیپا ضمن واخوری اوید به توسعه رابطه های منطقوی و دو جانبه در ساحه های تجارت و اقتصاد، افزایش حجم گردش مال، صادرات محصولات کشاورزی و رشد همکاری های بین منطقوی اندیشرانی نمودند. در برابر این ضرور شمرده شد که همکاری های منطقوی در سمت سرمایه گذاری در بخش های گوناگون صنعت، آب و انرژتیکا، نقلیات، کامونیکاسیا و سیاحی فعال کرده شود. ضمن بررسی مسائل همکاری امنیتی به موضوع افزایش تهدید و خطرها از آن جمله وضع در افغانستان توجه ظاهر گردید. اینچنین سرور دولت امکانیت ها و ظرفیت های موجوده کشور و سمت های افضلیتناک متقابلا سودمند را تاکید نمودند. در آخر صحبت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت جمهوری فدراتیوی آلمان فرانک والتر شتاینمایر دعوت به عمل آوردند که در وقتی برایشون مناسب با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آورند. 29 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар шаҳри Берлин дар форуми иқтисодии Осиёи Марказӣ ва Олмон иштирок ва суханронӣ карданд. Уважаемые коллеги, уважаемая госпожа Катерина Класс, уважаемые участники форума, прежде всего хотел бы выразить признательность Восточному комитету германской экономики за создание благоприятных условий для проведения сегодняшнего форума. Вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Федеративной Республикой Германия являются актуальным направлением наших взаимоотношений. Благодаря значительным достижениям в период независимости Таджикистан продолжает свое поступательное развитие. Основные цели и приоритеты развития определены национальной стратегией развития страны на период до 2030 года. В соответствии с данной стратегией в настоящее время правительством реализуются масштабные экономические реформы, направленные на обеспечение устойчивого роста. В этом процессе Таджикистан многие годы успешно сотрудничает с международными финансовыми институтами и другими партнерами. При их поддержке во всех секторах нашей страны реализованы сотни инвестиционных проектов и программ. Кроме того, в настоящее время у нас осуществляется еще десятки других проектов на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Международные финансовые институты сегодня оценивают Таджикистан как страну с быстро растущей экономикой. Так, среднегодовые темпы экономического роста в стране за последние 10 лет составили более 7%. В Таджикистане развивается частный сектор, доля которого производства товаров и услуг составляет около 90%. Созданные необходимые условия для привлечения иностранных инвестиций, расширяется международная торговля. Законодательство страны представляет значительные льготы и широкие правовые гарантии для защиты бизнеса и инвестиций. Членство нашей страны во Всемирной торговой организации и ряда международных конвенций о защите прав инвесторов также свидетельствует о соответствии законодательства нашей страны международным стандартам. Дорогие друзья,
Таджикистан богат природными, особенно водными и минеральными ресурсами. 93% территории нашей страны составляют горы с 13 тысячами ледников, главным источником пресной воды. В Таджикистане формируется более 60% водных ресурсов Центральной Азии. По общим запасам гидроэнергетических ресурсов Таджикистан занимает 8-е, а по их удельным запасам на душу населения 2-е место в мире. Из этого потенциала на сегодня используется только 5%. 98% электроэнергии в нашей стране вырабатывается из возобновляемых источников зеленой энергии. По этому показателю Таджикистан занимает 6-е место в мире. Мы намерены уже в ближайшем будущем удвоить мощности по производству экологически чистой энергии как ключевой основой для продвижения зеленой экономики. В этом направлении мы готовы к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами. Развитие зеленой экономики является одним из главных приоритетов правительства Таджикистана. Таджикистан располагает возможностями для размещения на своей территории энергоемких производств с использованием зеленой энергии при минимальном воздействии на окружающую среду. Эффективнее использование данного потенциала требует существенных инвестиционных вложений и внедрения новых технологий. Гидроэнергетические возможности Таджикистана вместе с новыми технологиями позволяют производить алюминий и другие металлы, а также готовую продукцию из них с минимальным углеродным следом. Таджикская алюминиевая компания «Талка», которая производит и использует экологически чистую энергию, сегодня уже вошла в пятерку мировых производителей зеленого алюминия. Производство зеленого алюминия, меди и лития в Таджикистане может являться преимуществом для инвестиций в производство электромобилей. Уместно также отметить, что в ближайшей перспективе в странах Европейского Союза продукция, произведенная с использованием зеленой энергетики, будет освобождена от углеводородного налога. Это с учетом доступных трудовых ресурсов в перспективе делает выгодным размещение в Таджикистане промышленных производств, ориентированных на экспорт в европейские рынки. Взаимовыгодным направлением нашего сотрудничества является сектор промышленного производства и кооперации. Приоритетным сферами определяют прежде всего горнорудная, легкая и пищевая промышленность. Горнорудная промышленность имеет хорошие перспективы ввиду высокого спроса на критические минеральные ресурсы, которыми располагает Таджикистан. У нас добывается около 40 видов металлов и материалов, выявлено и разведено 800 месторождений полиметаллических руд, редких и благородных металлов, которые частично подготовлены к промышленному освоению. Хорошие перспективы имеют добычу меди, серебра, золота, свинца, сурмы, цинка, лития, вольфрама, ртути, редких металлов, драгоценных и полудрагоценных каменных соли и ряда других минералов. В легкой и пищевой промышленности основной акцент делается на создании кластеров по глубокой переработке местного сырья. Прежде всего, аграрной продукции, хлопкового волокна, да, конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Взаимовыгодным также может и наше сотрудничество в отраслях химической, фармацевтической промышленности и производстве строительных материалов на базе местного сырья. В контексте обеспечения продовольственной безопасности мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Германией в аграрном секторе, который в Таджикистане интенсивно развивается в последние годы. В этом направлении мы могли бы совместно реализовать потенциал Таджикистана по производству и экспорту на рынке Европы органических продуктов. Правительство Таджикистана предлагает необходимые усилия по развитию туристического сектора
и использование его огромного потенциала, особенно горного, экологического и оздоровительного туризма. В этих целях, введенный в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан целого ряда стран, в том числе Германии, дает возможность находиться в Таджикистане без визы в течение 30 дней. Мы также заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с германской стороной в развитии финансового и банковского секторов, в частности, в вопросах использования зеленых бондов, а также цифровизации экономики Таджикистана. В завершение хотел бы отметить, что вышеназванные преимущества Таджикистана, такие как наличие огромных природных ресурсов, в том числе критических минерально-сырьевых ресурсов, большие возможности по производству зеленой энергии, достаточность трудовых ресурсов и положительная демографическая динамика являются основой для нашего взаимовыгодного сотрудничества. Желаю всем здоровья и успехов. Благодарю за внимание.